Ну, прекрасно. Секунд. Замечательно. Как тла берут себе ВП у нас? На мид. Блин, ну так-то вообще гладиаторы драфт выиграли, откровенно говоря. На топы здесь ВП нападали. В итоге начинается контратака. Пинает Киритича. Он сильно покраснел, уже умирает у нас и Сларк. И ЦМ-ка, и ЦМ-ка, у ЦМ-ка у нас, да, делает даблки, умирает и Энчантрес, а второй спаун вис у него был. Здесь у нас нападают на дурачье. Дурачье, телекинез сбивается, и ВП первое убийство. В случае, ну, все равно ты меня похвалил, как ни крути, это приятно читать было. Ой, а что происходит здесь в миду? А что происходит в миду? Почему здесь находится Киритич? 3-1, странно, но окей. Нападают на Селери с другой стороны сейчас. Дурачок без шестого. Далеко до шестого. Ему приходит у нас с ФНГ. Вот с волком. Урон сноуболе здесь. И Селери, кто убьет его? Убьет его Союз. Убивает. А вот пришел Квин. Но он без ультимейта. С другой стороны, ему все равно на это. И в итоге забирают Союза. Так, здесь у нас нападают на Дурачье. Нападают на Сквадикс. Элиминейты полетели. Дурачье неприятно. Дурачье отправляется в таверну. На Сквадикс. На Сквадикс. Уходит, поймает ли его Сквадикс, 4 напалма, Элиминейт опять под себя нажимает, урну, но ему сбивает его, но он захиливается. Квин находится под Сорбиндом, и в итоге Квин сейчас должен будет отъезжать. Да, там КД очень маленькая, можно сейчас будет использовать еще его на Селере или на Тофу, например. На тут телекинез, Элиминейты, урна, минус Тофу. Вот он пока что отошел, без котла, конечно, будет сложно драться, там и Тофа возвращается сюда. Они даже напали на ФНГ, посмотри, они ФНГ даже убили. Ну ладно, и Ролин нажимает Тандер здесь, давай посмотрим, смогут Нотис они забрать сейчас. Хватит ли им урона. Ну и в итоге забирает Кин даблкил даже здесь. Помощь далековато. Именно такая хорошая помощь. Но стики жмутся. Блин, может кто-то успеет обратить-то? Вадикс, но он без формы. Он без формы. Ревач нажимается. Он выживает. Живет, друзья. Пока что и Хантер. Но тут в него и Ролин Тандер. Нажимается снова год. Бладрайт прожали. Минус Союз. Минус 2 делается. Лоту нажимается еще и на Сквадикса. Как же в итоге все плохо получилось здесь. Фаза же есть. Вот так вот пошел процесс. Новый год. Любопытно. Нормально он его отгоняет. Ну, с другой стороны, Союз Новый год дает. Кирич пока стоит, наблюдает. Там Квин немножко помогает, но его забирают. Здесь это 11-9. Далеко Тофу зашел и за это был наказан. Сейчас убивает у нас, да, Центр. Нападение на Квина пошло. Ревеш замахивается, нажимает. Нажимает, друзья. Сейчас можно дать Новый год также по красоте. Прекрасно. Минус Квин. А там не будет. Так, Эйс прыгнул, РП замахнулся, не дал. В итоге телекинез, Кивер ему сбили. Конечно, остается РПшка, он, возможно, не нажмет. Но смысла просто нет, просто даже РП, возможно, Рубику еще дополнительно, да? А, хотя Рубик у него был в КД. Ультимейт, Квин покатился на Ролин Тандер. Кирич с ультимейтом, нажимается ультимейт Киритич. Там Глиммер на Сквадикса. Раптура, но вот Сквадикса здесь зажмут. Получается, Сквадикс должен будет умереть. Сбоку нападает на Селери, Сквадикс падает. Кирич сделать ничего не может. Он сейчас сам здесь только не умер. Дурачок разогнался очень сильно, нападает на Кирича. Телекинез есть. Киритич промазал Квин стримерами там. Здесь Кирич у нас с Квином встречается. Кирич неприятный, РПшечка, друзья, что Дэнс КД, еще и лассо сверху не нажимает. Не выходим просто из контроля. Я жестко паблике раздавала. Опа, дурачье, на Ревеш сажается. БКБ не успеет нажать. Слушай, ну еще одна качественная, да, точная вылазка. Ну там понемножку, там по 5, по 7 минут. Может даже и больше. На Квин нападают, Квин неприятно, Киритич пока что живет, Элиминейт полетели, Нотис тут, Эйс, хорошо, Ратурка увезли его на Скивере подальше, у него, конечно, имеется ровашка, но смысла жать ее, наверное, нету, команда его уже оставляет, Ревач не нажимается, но иногда такие паузы даже полезны для команды, которая проигрывает, у нее есть время прийти в себя. Вот тут Селерия пика начинает у нас реализовываться, Киритич нападает на Квина. На Квин вот так вот отшивается пока, РПшка в Сквадикса прямо сюда, не очень удачно. Нужно зайти в дипшраут, нажимается у нас Новый год, его подальше отталкивают, но гарпун! Сквадикс, дурачок, взлетает, он разогнался, он разогнанный, ворованный лосс на него нажимается. БКБшка у него свежая, 9-секундная. Кирич пинает, Кирич умирает, ой-ой-ой-ой-ой-ой. ФНГ также находится в фокусе, там у нас залетает обратно Тайтхантер после появления, минус ФНГ, минус
Три даблкил делает дурачье. Не получается увести Нотиса, но вешается Раптура. Но дурачье до конца не идет. Туда пошла остальная команда. Квина Игис ему сейчас снимут. И Союз как-то все очень быстро начинает, да, закручиваться в пользу гладиаторов. Просто моментально. Команда ломает сторону. Опа, Сквадикса увезли. А они настолько в себе уверены, посмотрите. Настолько, что просто керри команды уходит фармить. Пока сторона пушит в сторону. Итак, Нотис залетает. Там лосо РПшка в трех героев. Царская помощь мало единственно. А вот она и помощь, а вот он и скивер. Прям туда, прям под ручье. Браво, Эйс. Вот это он сейчас залетел, так залетел, а. На своем Магнусе. Итак, прыгать сейчас будет. Давай, Эйс. РП 17 секунд. Эй, можно без РП, поехали. На Тайтхантера, Тайтхантер, Реведж. Дать-то хоть успеет, он Виндвейкер свой нажимает. Пока что сейвится. Жми, давай, не очкует. Там сейчас будет цельность, наверное, не успеешь его нажать. Да, падает Тайдушка. Кирич начинает драться. В итоге там баша в него, не баша. Он БКБ, что Дэнс, РПшка нажимается сбоку. Двух героев, опять же, от Эйса. У Эйса идет, у Эйса летит. Просто фармится и летит еще также Реведж его, эти РП. Реведж нажимается, но это уже поздно, потому что все здесь палят. GG, и это... Чудо не случилось с коэффициентом 11 на эту игру, да. Победа ВП. Гладиаторы, даже при том, что условия, то, что они уже в плей-оффе, все равно продолжают играть. Хотя ВП старались. Ведь на это Магнус, друзья, будет керри, и Эйс будет на медведе. Не, ну пик у них прям потный, у гладиаторов. Теперь можно поднимать руну воды. Все, выдыхаем. А тут нападение 1-0. ФБ делается у нас киритичам. Пропадают. А если собрать по 3 каждого, да, вот такой, они становятся еще сильнее. И там нападают на ФНГ, ФНГ больно, и минус ФНГ играют. Тут тамба на Квина, напинают Квина, больно ему очень. И Драгонслэй, Квин накрывает, там падает Союз, Тофу в шоке пытается уйти. И он не уйдет, и он не уйдет. Силерия зря показывается, вообще тоже могут тут, если бы Марш подошел бы. Вот, но так как для ВП и ДГГ матч ничего не значит... Силерия. Поймали у нас. Силерия умирает. Дейс. Да, собирает его. Там тамба хорошая. Стоит плюс. Арена еще более качественная. Прыгает Сквадис. Нападает Кирич. Что-то так же. Лассо там дали. Падает дурачье. Падает Квин. Минус 2. Пинает Мишку Эйса еще. И будет еще плюс 300 для зеленого. Для кого это? Для Сквадикса. На ноге. Не та цель. Не та. Были там цели поинтереснее. Нажимает Слосс. Убивает снова год. Кастуется... Террорайз, Силерию убивает. Приходит Квин. Там диффузики были, на Союз нападает. Также Союз спустится ли на лоу-граунд. Корни вылетает, его просто расстреливают. Спустился он, но... Вот, и надо бы, конечно, ВП ситуацию исправить. Но ВП выходит в смоках, нажимается лассо. Пошла и арена неудачная. Копье получилось какое-то, я так не помню почему. Ну, в общем, дурачье умрет здесь. Должен умереть. Да, забирает его. С другой стороны, начинается контратака. А под тамбой, кстати, будет драться не так приятно. Но там так наваливает Квин, что мама не горюй. Тамбой никто не бьет. И тамба все еще дает свой импакт. Это минус 3 делается в размен всего лишь на двух саппортов. И готовы в него. И они так честно стоят. Сейчас так можно прыгнуть будет. Арена может давать. Ой, хорошо. И тамба полетела. Тамбу нужно пытаться сломать как-то. Уже минус Лерри, уже минус Квин. Ничего ты не сломаешь. Это будет минус Эйс. Но тут, конечно, ГГ просто, да, в руки пришли к Virtus.pro. О. В том, чтобы вы попрошли. Залетает дурачи, нажимает БКБ, дает РП в одного ФНГ. Команда стоит, наблюдает, знаете, тамба ставится, он мне пока что прячется. Ой, Квина поймали, вот это прям хорошо, Квин. Таверн управляется сбоку, что забавно, ФНГ скоро живет, дурачи его все еще не убил. Там стоит тамба, в тамбе они дерутся, тамбу пытается пробить, не получается. Это минус 4, и даже ФНГ здесь не смогли сейчас убить. Был коэффициент на вторую карту. Но, как изначально, вот еще я говорил, что фора плюс полтора. Так, ворваться... Но на Квина не получается уже. Резко прямо он БКБшку, конечно, жмет. Нападает на Союз. Прячь пока что тамбу. Тамбу очень быстро ломает. Пока что только плохая получается для ВП, потому что с тобой будет сложнее драться в разы уже. Ставится арена. Квин прям по таймингам под БКБ. Но там РП, дурачье. Квин лагуну перед смертью умирает. Он нажимается БКБ. Киритич. Умирает Киритич. Ничего он сделать не смог. Там ФНГ разрутился. Посмотри. Качает дикеями силу.
Но Мишка плюс Весело пинает. Там Скьювер еще. И в итоге Киритич не успевает на замес. Складик, конечно, сражается. Новый год мешает. Вот он прошел Киритич. Ладно, успевается пока что еще. Давайте посмотрим. Складик с Блинк 2. Одна. Там Колба нажимается. Пинает. И спасается Складикс. Кирич после бая залетает обратно. Убил уже дурачье. И минус Лере. В принципе, байбек получается окупился у него. Барака этим хочет сломать тамбу. Но под тамбой тоже не самое приятное будет. Вот так Макаром ставится арена. Кирич, сможет ли он пережить нападение? Нет, не сможет. Или сможет? Пейфор нажимает. Окей, отошел. РПшка в него есть. Барак упал милично. Милично сломали. Это самое главное. Кирифич сейчас должен будет распасть. Сбоку нажимается у нас Новый год. Соник Вейв. Селери почти добили, добивает его. Возвращается обратно Кирифич. Тамба падает. Тамба падает не вовремя совсем. Сквадикс vs Квин. Кто кого? В итоге Сквадикс перебивает его. Но Кирифич под фонтаном находится. Превращается в Магнус. Нажимает Сквир. Улетает. Убивает Эйс Медведя. Вейфор там еще 7 секунд у него. Но он спасается. Манта есть. Манта есть, секунда, это своей формы, но там куст. Там куст, там уперся в куст, в крапиву он здесь и... Так, барабан нажимается. Есть гарпун, не очень удачно, там лосо. А, пинает настоящего эйса, очень быстро убивает. Все, минус Мишка уже имеется. Без Киритича, наверное, этого просто гладиаторы не ожидали, что без морфа у нас ВП вот так вот нагло полетят. Дурачье, прям под него ничего страшного прыгает Сквадикс. И еще и минус дурачье оружие. Скажем честно. Итак, пошел бай, дурачок. Квин БКБшку нажимает, пинает он ФНГ, ФНГ. Чуть не сдох, но не сдох. А там Нотис. Сквадикс проходит поздно. РПшка плюс еще и стан. Морфа здесь нет, он все еще в таверне находится. Сквадикс долго жил все равно, несмотря вот на все это, да. Он очень долго выживал. Вот про их вот скорость, да. Решение, принятие решения. Итак, начинается драка. Есть арена, там БКБ, шкапью пролетает в настоящую Мишку, но он под формой находится. РП дурачье. Эйс все еще не убили, его нужно доколотить. Доколотили, хорошо. Киритич промывается, отступает. Дурачье за ним на скьювере. Киритич нажимает БКБ, лупит дурачье и перебивает по урону он его. Ставит стамба познавать, ничего страшного. Квин инвиз улетел. Сирий сбивается у нас. Ну, по интриге имеется в виду. Это Бэтбум против Азура Рейп. Потому что, по-моему, друзья, Бэтбумы и Азуры в случае проигрыша одной из этих команд, эта команда еще может отправиться в переигровке. Здесь нападают на Сквадикс, там ставят стамба, напинает ФНГ, вейформ, ФНГ захиливает соурипом. Тамба все еще стоит, представляете, да, Селери умирает. Квин выкупается обратно в урон, нажимает лосо на Эйса. Эйса убивает, Кирич там расстреливает героев, топового сюда и, наконец-таки, прописывается GG. Ну вот, на такой красивой, приятной ноте ВП покидает турнир. Смогли карту забрать у него гладиаторов.